Как приготовить цветную капусту, брокколи и спаржу, сохранить в ней все витамины и сделать ее неповторимо вкусной. Нам потребуется цветная капуста, брокколи, спаржа, соль, оливковое масло и вода. Ставим воду на огонь. Добавляем соль. Закрываем крышкой и доводим до закипания. Пока вода закипает, подготовим овощи. Для этого уберем у спаржи высохшие части. Разберем капусту на соцветия. Вода закипела. Теперь по очереди добавляем наши овощи. Готовим не более 2 минут. Прошло 2 минуты. Вынимаем. Обратите внимание, цвет поменялся. Далее необходимо остудить спаржу. Для этого мы включаем холодную воду и промываем ее. Отвариваем капусту. Также 2 минуты. Вынимаем цветную капусту. Остужаем. Также в проточной холодной воде. Осталось ошпарить брокколи. Прошло 2 минуты. Готово. Вынимаем. И остужаем холодной водой. Последний штрих. Посолите по вкусу и заправьте ароматным оливковым маслом.